Надеюсь, что мои мысли о будущем народов Севера, арктических улусов нашей республики, получат свое воплощение в конкретных планах и программах органов государственной власти, органов местного самоуправления. Люди Севера заслуживают достойной жизни, прекрасного будущего. Елена Голомарева. Раннее утро. Дома тихо и вкусно пахнет кофе и оладушками. Так начинается новый день народного депутата Елены Христофоровны Голомаревой. Обычный рабочий день, расписанный буквально по минутам. Природа у нас как живая. И вода, и лес, и земля. Все это как бы дышит и говорит с нами. И во всем благословляет с малых лет. Не зря при рождении ребенка, да, особо мальчиков говорили, что это пришел хозяин земли, что от того, как он будет расти, каким он будет человеком, будет зависеть будущее всего рода. Какой он охотник, какой он человек, как человек благородный, неблагородный. Все это воспитывается с малых лет. Нельзя говорить громко, нельзя смотреть на людей свысока, нельзя. Ну, очень много нельзя в воспитании детей. Человек все равно себя должен держать в рамках дозволенного, которое идет обычаями и правилами жизни наших предков. Поэтому вот то, что мы сегодня говорим, что нить, которая передана нашими предками, не должна прерываться, а это жизнь, кочевая жизнь, это жизнь людей на природе. Вот мы уже немного теряем, это нас беспокоит, поэтому на уровне правительства и парламента ставим вопросы о сохранении кочевого образа жизни. И благодаря поддержке наших первых руководителей республики мы имеем законы о кочевой семье, о кочевой школе. И, конечно же, самый главный закон у нас о северном оленеводстве. Парламентская деятельность Елены Христофоровны началась в 2008 году, когда она, завоевав большинство голосов избирателей по Северному национальному округу номер 33, была избрана народным депутатом Республики Саха-Якутия. С тех пор, на протяжении более 20 лет, она стоит на страже интересов и чаяний всех северян. Приветливая и доброжелательная, открытая и чистосердечная, по-матерински добрая, тем не менее, она обладает настойчивым и твердым характером, который помогает добиться результата в любых делах. Я в душе очень мягкая женщина была. Ну, до 2008 года, может быть. А потом уже слишком мягкой быть вот в этой работе ничего не добьешься. Потому что есть вопросы, которые надо ставить напористо, есть вопросы, которые необходимо доказывать, и есть вопросы, которые вообще не понимаются. Вот иногда, мне кажется, так коллегами, да? Но приходит время, когда целенаправленно ставишь один раз, второй раз, третий раз уже по-другому. Проходит время, и уже решается вопрос. И такое облегчение для души, потому что, понимаешь, за этими финансовыми средствами, которые пойдут, или за той статьей, которая в законе
А закон – это правила жизни, которые устанавливаются на уровне территории, да, своего региона. Таких законов, например, о кочевой семье или об этнологической экспертизе, или о социальной ответственности большого бизнеса перед территорией. Такого закона в других регионах нету. Это именно вот этого парламента законы, которые приняты. И я думаю, каждый народный депутат, который сидит в этом зале, это боец своей территории. День народного депутата начинается со встречи с избирателями. Глава родовой общины просит содействия в решении проблемы с оформлением документов на лечение ребенка. Одновременно решается вопрос о памятнике видному эвенскому деятелю Роману Шадрину. Все четко и ясно. Договоренности достигнуты. Избиратели очень ценят это качество своего депутата. Для нее нет понятия маленькой проблемы. Каждый вопрос должен быть решен и доведен до логического завершения. Мы с Еленой Христофоровной очень тесно, очень активно сотрудничаем, работаем вместе. И Елена Христофоровна, конечно, является ярчайшим представителем эвенкийского народа, очень ярким политиком, которая на протяжении многих лет стоит на страже интересов коренных малочисленных народов Севера, наиболее уязвимой части нашего населения. И, конечно, ее активная политическая, государственная деятельность, направленная на защиту прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, она известна не только у нас в Республике Саха-Якутия, но и далеко за ее пределами. Вот. Конечно, когда мы бываем, встречаемся на федеральном уровне, в Государственной Думе, в Совете Федерации, то бывает очень приятно, и мы чувствуем гордость за то, что нашего представителя Республики Саха-Якутия очень уважают на федеральном уровне во многих регионах Российской Федерации. Поэтому, конечно, Елена Христофоровна вносит огромный вклад в развитие и нашей Республики Саха-Якутия, и вообще в целом движение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Елена Христофоровна является президентом Федерации Северного Многоборья. Сегодня в Мадуне открывается спартакиада. Приехали юные спортсмены из всех северных районов. Престиж спортивных соревнований высок. Ребята настроены получить хорошие результаты и звание мастеров спорта. Елена Христофоровна напутствует спортсменов и искренне радуется встрече. Вас направили на эти соревнования как лучшего спортсмена района. И я надеюсь, победят сильнейшие, но вот то, что мы пришли, это и есть победа в войне. Да? Спасибо всем, и пусть победит сильнейший. Путь в большую политику. Это было обдуманное и взвешенное решение. Пришло время, когда надо было брать ответственность за судьбы Северного края. Трудовая деятельность Елены Христофоровны началась в родном Оленёкском районе учителем начальных классов. Затем долгий период работы начальником управления образования, председателем районного совета депутатов. Беспокойная, деятельная натура нашей героини требовала перемен и движения. И в 2008 году было принято решение баллотироваться в депутаты по Северному округу. Решение было не спонтанным. Первые годы было так, что я до того промолчалась, наверное, 3 месяца, это для политики много, что хотели после федерального закона, не привела в порядок статью 7 Республики Саха-Якутия об образовании, национальный компонент не убрала сразу, поэтому посчитали, что я еще не готова к этой работе, и хотели попросить место председателя. Было такое. Но я собралась, как говорится, духом и обратилась к нашим уважаемым народным депутатам, известным Зое Афанасьевне Корниловой и Егору Петровичу Жиркову. И вот мы
начали совместно работать с тем законом, который был заблокирован целых 3 года до моего прихода. И, конечно же, прокуратура правильно требовала, если изменения есть в федеральном законе, то в регионах обязательно должны это привести в порядок. Но эту историю я никогда не забуду. Все это политика. Одно слово может играть большую роль. Поэтому вот этот зал напоминает бурные обсуждения по вопросу об образовании. Почти 2,5 часа шло. Вот убрать национально-региональные компоненты, не убрать. Но не пришли, вот надо было убрать. Вот в первом чтении мы убрали, вот поэтому вот такой вопрос стал. Но мы собрались, это вопрос, который надо было все равно решать. И второе, это когда мы обсуждали вопрос о государственной поддержке предпринимательства в Российской Федерации. Была создана рабочая комиссия под руководством Петра Васильевича Гоголева, председателя парламента Республики Александра Николаевича Жижкова. И парламент выдвинул 12 предложений. Но прежде чем эти предложения выдвинуть, необходимо было сделать анализ этого законопроекта, который был внесен на обсуждение. И все 70 депутатов после моего выступления, анализа, да, проголосовали против законопроекта. А этого завтра нам лететь, обсуждать на уровне Государственной Думы Российской Федерации. И мне пришлось вот попросить председателя парламента вернуться к обсуждению, переголосованию. Кто-то с зала кричит: нет, нельзя, это несерьезно. Потом я говорю: это очень серьезно, потому что нам надо идти завтра в Москву с документом, что мы, да, поддерживаем, но у нас есть предложения свои, вот как в законе об образовании. Без предложений, без обоснований этого нельзя делать. Спасибо моим коллегам, они, значит, поняли ситуацию, вернулись к переголосованию и все единогласно проголосовали второй раз за. Благодаря вот тому, что была поддержка наших народных депутатов, из 12 предложений мы 7 пропустили. Это очень хороший результат, потому что без поддержки ничего не добьешься. Поэтому через этот зал прошли много-много вопросов. Мы ее уважаем как народного депутата и очень ценим как человека с открытой душой, вот честного человека, настоящую северянку. Вот. Я от имени Ассоциации коренных малочисленных народов Севера нашей республики, я от себя лично горячо и сердечно поздравляю Елену Христофоровну с юбилейной датой. Елена Христофоровна всю свою жизнь, знания и опыт целиком посвятила служению социально-экономического образовательного и уровня, кроме того, осуществлению очень правильной, продуманной государственной политики в области и образования, и национальных отношений по вопросам коренных малочисленных народов Севера. Это ее кредо. И в этом вопросе она как рыба в бою. Все знает, как и когда, что говорить, и как отвечать, и как вести себя, и даже как одеваться, и так далее, и так далее. В общем, она всем своим обликом представляет славную дочь всего Крайнего Севера и всей Тундры. Мы говорим, это наша Елена Христофоровна Гономарева. А раз она там появилась, значит, она скажет правду в глаза. И в этом заключается ее
человеческая мудрость, ценность и дальновидность. Вот за все такие качества, я еще раз повторяю, Ирина Христофоровна, мы действительно очень-очень сильно уважаем, глубоко уважаем. Так что это наша славная дочь Арктики и Севера. Глубинное знание проблем Севера, профессиональный и общественный опыт легли в основу деятельности Елены Христофоровны. Сегодня она является одним из самых опытных и эффективных депутатов. С ее участием были инициированы и приняты уникальные законы, направленные на защиту интересов жителей Арктики, коренных малочисленных народов Севера, например, такие, как закон об этнологической экспертизе. Дает вам право. Право, которыми вы должны умело пользоваться. И на своем уровне принимать решение, положение по каждому, может быть, даже пункту статьи. И закон об этнологической экспертизе один из самых, можно сказать, передовых законов, который дает нам право чувствовать себя настоящими хозяевами этих территорий. Елена Христофоровна приняла деятельное участие в разработке стратегических документов республики, определивших перспективы развития арктической зоны Якутии. При ее непосредственном участии парламент республики вырабатывает предложения в федеральное законодательство в сфере арктической стратегии России. Вот среди таких активных, умных, очень образованных, хорошо целеустремленных женщин есть депутат Арктики, я прямо так ее и зову, наша Елена Христофоровна. Ну, так как-то так сложилось, что мы вместе начинали работать и в управлениях образования. Я в городе, она в Оленёкском районе. Ну и просто я вот почему на нее обратила внимание, она всегда, ну, во-первых, очень эмоциональна. Так, и сразу вот придает какое-то такое напряжение. Во-вторых, значит, очень так всегда обоснованно. Не просто там начинает плакаться, как некоторые и так далее, а вот начинает говорить о том, что, ну, это можно так назвать коротко, взывать к совести. И вот это вот взывание к совести у него просто отлично получается. Я хочу сказать, что Елена Христофоровна практически как депутат на своем месте. Я даже как-то в шутку говорила, что, ну да, 24 часа, 7 суток и все 365 дней Арктика. Один вопрос. Вот на повестке у вас только один вопрос. Но на любые вопросы, которые касаются Арктики и проблем, вот я думаю, что человека больше, чем она, который разбирается, который выступает, который ставит эти вопросы. Я думаю, сегодня у нас в республике, ну, мало кто, наверное, может с ней потягаться. Поэтому я желаю ей успехов, больших, хороших достижений, здоровья, терпения. А терпение у нее золотое. Ну и то, что она вот никогда не забывает. Вот что сказала, скажем, там, 3 года тому назад, помнит, какое решение было, помнит. И кто не сделал, вот это тоже главное качество. И почему? Это тоже. Это не злопамятство называется, а именно называется как человека, который беспокоится за то, чтобы оно было исполнено. Ведь это же доверие граждан, доверие людей. И не просто надо оправдывать, а надо решать проблемы, чтобы в следующий раз они не возникали. Иначе какое тебе будет доверие? Ну, а я думаю, что не я одна к Елене Христофоровне отношусь с такой любовью, с интересом. Я думаю, что очень много людей ее уважают именно вот за это ее такое неравнодушное отношение к делу. Елена Христофоровна возглавляет общественную приемную председателя партии «Единая Россия» в Якутии. С присущей ей открытостью, стремлением в любой ситуации ставить превыше всего интересы граждан, она сумела организовать работу так, что люди, обращаясь с самыми сложными жизненными проблемами, всегда находят здесь поддержку. Одним из важнейших направлений стало решение проблем обманутых дольщиков. Благодаря ее настойчивости, умению наладить системную работу, сотни якутян, одними из первых в стране, восстановили свои права. Вопросы обманутых дольщиков были
поставлены с первого дня 2008 года. Заявления копились, и когда они пришли уже не поодиночку, а именно командой, человек 12, много народу пришло, и стали, значит, просить, чтобы мы, как партия, которая имеет большой вес, решила все-таки проблему обмана судочников. Я обратилась к секретарю партии по региону Айсену Сергеевичу. Говорю, есть необходимость сделать анализ всех поступивших 2008 года обмана судочников. Слишком много стало этих заявлений за 1000 сегодня. Но надо скомпоновать. Мы просто обманутые говорим. А там внутри очень много направлений. Индивидуального жилья, там это гаражей, многоквартирных домов, самострои. И Айсен Сергеевич дал нам возможность вот поработать над этими данными. Были представлены много компьютеров, и сами дольщики ночами сидели без воскресений и выявили цифры. Без анализа невозможно вопросы поднимать. На какую сумму это выходит, сколько это людей. Внутри каждого договора надо это копаться, посмотреть нюансы. И они отличаются, эти договора. Они сделаны так, чтобы человек попал, как говорится, в капкан. Мы вышли на федеральный уровень через законы, федеральные законы по вопросам строительства. Первыми по всей стране у нас был создан фонд, дольщиков мы называем фонд. 100 человек уже получили свои квартиры. Благодаря вот правильному, грамотному решению, поддержки правительства, главы республики, мы, можем сказать, решили. И с Госдумы приезжали депутаты, которые специально смотрели, какая у нас работа проводится, как мы этот вопрос решили. Ну и, конечно, мы очень благодарны Галине Акинтине Датчиковой, которая всегда помогает по всем федеральным вопросам, которые идут с нашей стороны, как приемная партия «Единая Россия». Сдвинуть с места годами нерешаемую острейшую проблему можно только проявляя неравнодушие и искреннее сопереживание, сочувствие людям. Депутаты идут с одной целью, чтобы решать какие-то проблемные вопросы. Ну, это пусть будет вопрос о строительстве, то, что мы обсуждаем, инвестбюджет здесь, да, в этих стенах. А есть еще одно направление работы, которое не фиксируется и не поднимается. Занимаются народные депутаты этими вопросами, это просьбы избирателей. Нету таких больших или малых вопросов. Все вопросы, которые идут, должны быть в работе народного депутата. И изречение депутата – это слуги народа. В какой-то мере они правильные. Рабочий день идет согласно графику. В обеденный перерыв можно уделить время своему любимому хобби. Творческая натура Елены Христофоровны требует выхода. И в череде важных государственных дел несколько минут, проведенных в мастерской, придают еще больше сил. Тонко вьется линия под кистью, рождая новый виток и новый узор. Так и в жизни даже самый неприметный штрих решает многое, если не все. Елена
Елена Христофоровна обладает красивым и сильным голосом. Сама пишет стихи, проникновенные и добрые. Пусть их немного, не целая книга, но тем они и ценнее. Добрым нравом и умелым трудом славятся гордых эвенков потомки. Говорят, что живут они мирно и дружно в низовьях реки Оленек Хатун, меж громадин скалистых гор. Воспевают они в напевах родных чудеса распрекрасной природы, где в бескрайних просторах тундры летит быстроногий олень, и о людях реки Оленек Хатун слагаются песни с душой. Когда наступает первый день заветного Нового года и уходит уставший от вечных забот старый год, на широкой равнине реки Оленек собирается радостно весь народ. По обычаю предков ставят шатер, а потом всем миром и друзья, и родня обращаются к верхним своим божествам, воздавая хвалу за безбедные дни, отмечая снова начало пути. Да будет же добрым этот путь, полный надежды и света, да будут же крепкими наши загоны для тысячи вольных оленей. Пусть скажут, что лучшие люди на свете — мои оленёкцы родные. Идите уверенным шагом к ярким и вечным победам! Рабочее совещание. Надо принять несколько решений, позвонить и договориться с нужными людьми. С разными вопросами обращаются избиратели, и с житейскими, и с бытовыми. Иногда только вмешательство народного депутата помогает сдвинуть дело с места. За неделю поступает до 10-15 обращений. Избирательный округ сложный. Арктические улусы – это дальние расстояния, бездорожье, сложная обстановка и погодные условия – одни из самых непростых. За годы работы Елене Христофоровне приходилось добираться до самых дальних мест. На снегоходах, оленьих упряжках самый комфортабельный вид транспорта – это вездеходы и верные уазики. И везде встречают как родную, возлагая надежды и чаяния на помощь и поддержку в самых разных ситуациях. За каждым человеком – это десятки тысяч человек. Это люди, которые взяли ответственность за свою территорию, за судьбы этих людей. И каждый имеет свою историю жизни. И каждый, если так взять, да, просто так народ не выбирает. Поэтому своих коллег, народных депутатов, я очень уважаю. Настоящая дочь своего народа Елена Христофоровна очень тесно связана с родным Оленьком. В разные моменты жизни, в радости и в горести, мысленно обращается она к заветным местам. Чистые воды игривой речки, неприступная мощь каменных исполинов, вольготная и широкая тундра придают сил и энергии. Жители Оленёкского Венкийского национального района, многие земляки, которые проживают в городах Российской Федерации, отмечают, что к деятельности Голомарёвой Елены Христофоровны применимо слово «впервые». Впервые в истории оленёкцев наша учительница Елена Христофоровна приняла участие в первом республиканском конкурсе «Учитель года Якутии» и стала по итогам этого конкурса учителем-методистом. Впервые Елена Христофоровна помогла развитию кочевой школы в республике Саха-Якутия. Впервые в 2003 году была создана территория традиционного природопользования Оленёкского района. Это был опыт уникальный не только в Якутии, но и во всей Российской Федерации. Первая проба создания такой территории традиционного природопользования эвенков Оленька. В 2005 году
был присвоен статус национальный, когда Елена Христофоровна являлась председателем Оленёкского собрания народных депутатов Суглан, и Государственное собрание Ултумен утвердило этот статус. Поэтому мы сегодня говорим слова благодарности нашей гордости признанному лидеру коренных малочисленных народов Севера не только Якутии, но и Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, депутату трех созывов Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, нашей гордости Елене Христофоровне Голомарёвой. Земляки чествуют нашу прославленную землячку, и мы от души желаем ей дальше созидательного труда во благо жизни всех северян. Конституции Республики Саха-Якутия каждому народному депутату дано уникальное право законодательной инициативы, являющейся самым важным в деятельности народного избранника. И этим правом Елена Христофоровна пользуется более чем эффективно. Она автор 67 проектов законов республики. Вопросы Арктики, этих территорий, очень важны. И именно нашим комитетом вот эти вопросы анализируются, мониторятся. И сложности, к сожалению, по программам стратегии развития и так далее, все это ложится на плечи нашего комитета. Неординарное мышление и бесконечная созидательная энергия, верность традициям и стремление идти в ногу с технологическим прогрессом, умение грамотно организовать работу и способность всегда быть в курсе всех новаций неизменно предопределяют успешность ее начинаний.